так. Нам надо узнать сколку для порезки стекла, где его можно купить. Какое это приспособление надо? Виктор, если бы созванивали, если бы обещали со своим столом приехать. Вчера разговор. Вечером. А вот я сейчас. Сейчас я. Комиссар, а сколько у тебя людей есть сейчас, незадействованных? Чтобы ты тоже, да? Ну, мне надо человека 4, чтобы ты помогал здесь. Ну, мы организовали раздачу имущества, ну, людям, что надо, для анализа это, чтобы как бы... Сейчас окончим. А ты где? Или те, кто без оружия, чтобы... Без оружия. Все, еще, ну, вот и они, молодые парни, чтобы они начали... помогали, там мы сейчас дадим лестницу, помогали заниматься там окна, ну что-нибудь такое, что можно сделать. Как раз это уже заправка. Я знаю. Сказали, він горит. Та страшно. Ужас. Ну что говорить, я не знаю, двери повышили. Вирвало этот сусин. Туди не пускали. Ми то хотіли пройти, я хотів. За нас. Зачем очень погодить? Зачем очень? Девчата, кто пострадал? Кто пострадал? Да. А это не то, что бесплатно. Еще и комиссия туда ходит. Ну так, где? Комиссия уже пришла, то обухова. Видно, это было так и внимание. Чего это было, то обухова. А мне свет дали вечером. Я в дубы ночевала, кинулась велосипед украли. Я вообще пробежала, видимо, к Ашам. Я говорю, если сейчас вы не вернете, я не знаю. Thank you.
красиво, там почти половины нет. Это же неизвестно еще то, что осталось, оно треснутое может быть. Причем окно поставил месяц назад. Успел. Это твоя, да? А? Вот это, да. Это у нас тут еще один из двух. Соседу не повезло больше. На производстве вот примерно такие двери закрыты на две половины, разорвала саму дверь. А тут получается интересная штука, дверная волна, это получается, что она как раз по прямой плюс-минус этот коэффициент вогнула двери, получается, вот вогнула двери. Вот эту. И в обратку пошло он в те двери. Вот эти двери, они вообще-то открываются наружу. И сейчас их надо снимать, там их рыхтовать, еще что-то делать. Ну, то, что оно все будет еще сильнее открыто. Вот эти все двери, вот эти все были открыты. Лучше бы открыло. Thank you.